30-летний юбилей отмечает сегодня двукратный чемпион мира Виктор Лебедев, бронзовый призер чемпионата Европы и шестикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта, завершил спортивную карьеру и стал советником мэра Якутска. Он занимается не только общественными делами, но и спонсорством и благотворительностью. Так, в прошлом месяце спортсмен пожертвовал 500 000 рублей погорельцам села Тополиное.